Здравствуйте, друзья! Мы с вами в городе Санта-Крус, что на Калифорнийщине. И вы видите такую мойку, не автомобильную, а собачью. Видите, такая собака, она вся в мыле, в такой шайке, как бы, да? Вот, все это происходит тут. Ну, единственное, что в данном случае машинка не работает, и она карточкой, да, тут вперед. Да, вот, пожалуйста. Но попали мы сюда не просто так, собаку помыть. У нас и нет собаки никакой. А попали мы сюда помыть автомобиль. Вот если вы видите, там стоит черненький, это мой. Мойка такая. Она как бы, ну, точечная такая, да, то есть там люди живые. Посмотрите, какие цены у нас. Такие. Тут, в общем, есть какие-то супер какие-то дилы вообще. Я даже с трудом себе представляю, чтобы можно было на такую сумму машину помыть, но вы видите, там доходит до 79, до 80 долларов доходит. Вот. Ну, там перечисляется, что за это там они делают за такую сумму. В общем, сюда машина приходит, там стоят пацаны, видите, они там с пылесосом таким из стенки. Вот. Ну и дальше так все по чуть-чуть. А тут же сидят люди, за спиной у меня сидят люди, и они отдыхают, ждут, с лэптопами некоторые. Вот там Светлана в тенечке пристроилась. Вот это здание справа, там магазин довольно, как сказать, интересный. Вот. И вот там, где машины выезжают, видите, там стоят носом влево, там мы машинку будем забирать. Вот там такая поточная линия, всякие работы производятся. Давайте мы туда внутрь зайдем, так вот, камерой. Друзья, неожиданно, снимая вот этот вот проезд автомобилей через мойку, я был остановлен очень вежливо местным человеком, который мне сказал, это, мол, частная собственность и нефига тут снимать. Ну, вежливо, я говорю, лично для себя. Он говорит, и лично для себя тоже не надо. Сказали мне, и вот мы со Светой перешли на лавочку и ждем, когда помоют наш автомобиль. Здесь много людей, все сидят и ждут. Да. Как пары. Бояры. Может, пойдем в магазинчик зайдем, там что-нибудь, водичку. Оживленная городская улица, тут много всего на ней. Вот видите, там всякие бизнесы, это такое коммерческое здание. И вот шум. Шум это как раз от мойки, от пылесосов, там от всех этих дел. Вот написано «Мастер Car Wash», а там за ним, по-моему, объявление о том, что они за деньги нанимают, там, за наличку. Да, мы тут нанимаем Car Wash. Нанимаем. А вот моя машинка, она там вот уже торчит, черненькая, прошла через там какой-то их, ну, путь. И сейчас ее вручную будут обрабатывать. Хорошие татуировки бывают у людей. Ну что, друзья, вот наша чистая ласточка. Так она вся блестит. Внутри почищена, колеса чем намазаны. Так вот, все хорошо. Да, Свет, поехали? А то у нас съемка через 2 дня, а нам нужна чистая машина, а то что мы будем на грязной перед телевизором.